мы первой женщиной в кинотеатре «Родина». Мы смотрели нежное, доброе кино. После, взявшись за руки, слушали мелодию лысых шин невзрачного ржавого авто. Эти шины мчали нас прямо к пирсу гавани, там, где в шелесте прибоя, в шепоте дождей ожило ожидание самого главного, что случится сегодня, никак не поздней. Ожило ожидание самого главного, что случится сегодня, никак не поздней. И старушки чуть гнусно, в пальтишке потертом, Бог стипендий лихо и щедро отдал за бутылку куяльника, сеточку с киевским тортом и за ключики от комнатки с видом крутым на вокзал. И за ключик от комнатки с видом крутым на вокзал. Пара ветхих простынок, телевизор рекорд, что-то диктор с экрана вещает уныло. Первой ночи пронзительно робкий аккорд, как процесс обретения второй половины. Таня, Танечка, ты мой декабрьский зяблик. Ну что, что с другими? Сегодня ты делишь постель. Я молюсь, чтоб любви твой утлый кораблик никогда, никогда не садился на мель. Я молюсь, чтоб судьбы твой утлый кораблик никогда, никогда не садился на мель. 27 лет прошло, жизнь как остывший кофе, но гитара звенит в еще крепких руках, потому что я вижу твой трепетный профиль в отраженных в воде кучевых облаках, потому что я вижу